Всем здорово, мужики! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, как я взял предатора в Apex Legends Mobile. Дам вам пару советов и в конце я покажу свои настройки и чувствительность. Если вы хотите подробный разбор на эту тему, напишите об этом в комментариях. Начал апать я предатора не сразу, как открыли рейтинг, а только день на третий решил, что мне нужна рамка предатора первого сезона. Апали мы его командой 3 дня и потратили на это около 30 часов. Моя стата на время, когда я только взял преда, была вот такой, а очков у меня было 7178. Что нужно, чтобы взять предатора? Во-первых, это, конечно же, взять мастера. Во-вторых, на время обновления серверов, это 3 часа ночи по нашему времени, вы были в топ 750. Но помимо этого, вам нужны еще 3 вещи. Первое — это команда. Без команды вы потратите на это намного больше времени, и играть вам нужно будет в супер сейвовый геймплей. Во-вторых, какой-никакой скилл. Да, я знаю, что есть вот такие предаторы, но я сейчас рассматриваю адекватный геймплей, а не просто сидение в углу всю игру. Ну и третье, постарайтесь не умирать в начале, потому что получить минус 90 и просто стереть эти игры, которые вы сыграли за последний час-два, будет не очень прикольно. Сейчас лобби стали попроще, но поинтов нужно намного больше. В момент, когда мы апались, у меня было ощущение, что я играю чемпионат мира, и это на самом деле хорошо. Во-первых, рейтинг действительно в потных лобби заставляет тебя и твою команду думать, а не просто бегать и фармить каких-то крипов. Во-вторых, конечно же, в таких лобби тренируется твой скилл. Мувмент уже сейчас у некоторых игроков очень-очень хороший, не говоря уже про им. И чтобы их убить, тебе как минимум нужно быть не хуже. Сетап, которым мы играли, и он на данный момент является самым имбовым сетапом для апа-рейтинга. Гиба, у которого самая сильная ульта в игре, плюс его купол очень хорошо может закаверить вас. Также не забываем из-за того, что он такой здоровый, множитель урона по нему меньше, как и по каустику. Ну и конечно же щит на 50 хп при стрельбе. Рейфа, которая добавляет твои пачки мобильности. Да, порталы возможно будут нужны не в каждом матче, но если речь идет про лобби, про которое я говорил выше, ее портал может сделать игру. Плюс она в любой момент может уйти в сейв за счет своего тактического умения. Ну и третье, это конечно же каустик. Персонаж, без которого не обходилась ни одна команда при апе предатора. Мне кажется, что каустик сейчас это самый имбовый перс. Вы садитесь в дом, застраиваете его, и вас практически невозможно запушить. Своими бочками он может закрывать двери. Если бочка уже активирована, вы ничего не сможете с ней сделать. И все, что вам останется, это бэкать. Потому что мало того, что вы получаете урон, так еще вы и стопитесь в этот момент. Когда мы апались, я записывал не все катки, поэтому на фоне у вас будет обычная игра из рейтинга. Досматривайте ее обязательно до конца, и в конце ролика вас ждут мои настройки, раскладка и чувствительность. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, обязательно прожимай мужской палец вверх и пиши в комментариях, апнул ли ты уже предатора. Мы с тобой обязательно скоро услышимся. Пока. Братишка, в данный момент из России купить боевой пропуск невозможно, поэтому сегодня я хочу порекомендовать тебе телеграм-канал, в котором ты сможешь приобрести монеты на крутой батл пасс или на ящике. Серега крутит официальным способом, и за свои аккаунты вы можете не переживать. Переходи по ссылке в описании, приобретай монеты и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Стреляет, по нам стреляет. Подайте, нет, подайте. Не знаю откуда. Репликатор being delivered. Сниму со снайпера. Alright, brothers, got my ultimate ready. Не вижу. Теперь вижу. Манга одно. Одно рейфа. Где Максон? Бля, был бы Увел Мак убил. От АХП я ставил. Reloading. Flatline here. Searching forward. Helmet here, level 1. 2x оставьте. Shield battery. 1x тоже заберу. Un toque. Healing. Healing my wounds. We're being attacked by two different squads. Two brothers, don't shield up. Вот ты. Еще сзади пахнет. Я лечу себе. Я лечу себе фулку. Окей. Там настоящий же сквад? Кто кидает стики? Макс, выйди из фулопана. Дал ему 64. Еще 28 дал. Там у типов белые броники. Arcstar out.
крутанули. Noxious gas deployed. Placing gas trap. Subject spotted here. Activating face chamber. Searching forward. Краксон, ты гибла. Searching forward. Рейфа, кряк, рейфа одно. Не волга стоят. Reloading. Recharging shields. Extended light mag here. Level 4. Сзади. Squads. We're being attacked by two different squads. Если будут пушить нас, я кину нашу мою ультру. Flashing back. Aura. Как выебем через окна? Searching forward. Вот есть же окна. Extended heavy mag here, level 3. Я не роню. My suit unleashes a speed searching force. So I suggest we do some research in this area. Un toque. Healing. Subject spotted here. Ты ебальт, что ли? Fire. Дал 40. Reloading. Recharging. Destroying thoroughly for this. Очень много дал, крякнул. Вот этого го выпушим. My ultimate is ready. Let the experiment begin. Hunter, let's go here. My vision. Макс, у нас в уборе здесь чел. Крякнул его. Убил его. Еще у меня один. Попался. Subject spotted here. Searching forward. Ронни, я слева зайду. Все, он ласт остался. Firing on subjects. А, нет. Recharge shield battery here. Searching forward. Что один у них есть? Let's go here. Да, Гомакс, подожди меня. Тоже иду. Все, я с вами. Reloading. Где он? Снизу по нам. Гибало. Reloading. Placing gas trap. Reloading. Я лоу теперь. Recharge. All right, brothers, got my ultimate ready. Un toque. Могу ультануть на них, мы их запушим. Но я не знаю, как ульта работает для чего из дома. Recharging shields. Reload. Recharging shields. По ульте. Фул меня контролит. Спрыгнул. Noxious gas deployed. Activating face chamber. Не знаю, как ульта работает, закинул. Placing gas trap. Placing gas trap. Throwing thermite. Placing gas trap. Arcstar out. Searching forward. Второй этаж, типа. Searching forward. I'm hit. Они меня пушат. Recharging my shield. Stay on lookout. Placing gas trap. I'll flash. Searching forward. По одному только, второй не пушьте. Hunter. I'm taking the searching forward. Reloading. Кнопнул гибу. Лоу хп, лайфхак. Блять, Макс, твой щит вообще не в тему. У нас все сейчас подсасывают, скорее всего, прибыл. У нас сзади, да. 62 дал, крякнул. Searching forward. Ром, да, я его забыл. А, ладно.
он уже отключился. Блять, меня кто-то толкнул. Воу-воу-воу, он там. Там из 2 дал. Макс пушит, пошел. Лучший. Залетаю в дом. 13 дал. Блять, меня стикнули. Я лечусь, не лезьте. За Максом бежит. Блять! Пиздец, повезло, Макс ко мне ебать типа привел. Searching forward. Enemy